Ребята, всем привет! Приехали мы в деревню Курбаши с Юлечкой. Где там ее видно? Видно. За нашими... Я тут мимо проезжал, как-то у меня в ролике показан он. Этот дом. Мы там не заходили. Не снимал еще внутри. Был давно. Это последний дом, а деревня остался. За домом растут кедры. Сейчас мы с Юлькой ходим кедры посмотрим, если остались шишки, или собрали все. И, соответственно, залезем в дом. Дальше потом переедем, и за домом там шли у них поля большие. Если мы сейчас квадрокоптера, взял квадрокоптер с собой. Если что, полетаем. Я посмотрю, если песок там есть, то мы переедем и объедем этот дом вот там за усадьбу. И пешочком пройдем, и походим еще по залысинам, если есть песок. А так искать здесь некомфортно, ибо много травы, потому что деревня была большая, больше 200 дворов. Была школа, церковь, был пруд. Глубокий лошадей скрывал. Летописи пишут. Пруд, по-моему, вот он здесь был. Уже не остался, да, не высох он. И там еще один пруд есть. Ну, там другая уже деревня тоже есть. Ну, смотрим, я не знаю, что получится, поснимаем. Если нет, так сборочку сделаем тут. Еще потом мы с ней ездим в разные места. Потом с других мест еще, если вставлю. А если что интересное будет, то целый ролик снимем. Ну, посмотрим, в общем. Так что смотрим, не переключаемся. Должно быть интересно. Сейчас сначала за кедрами сходим. Смотрим. А пруд, я думаю, там от пруда-то одна болотина осталась. Да. Сейчас мы... Да, лето высушливо. Конечно. С Юлечкой идем. Попробуем кедром пройти. Где-то я тут в тот раз, Юлька, видел тропиночку. Через нет. Вон там обойдем. Вон дорога, да. Дорога это одна на одну деревню идет, а другая идет на другую деревню. Мы сейчас обойдем и пойдем к кедрам. Вот они там. Здесь все были дворы, прикинь. Так, где-то зайти-то нам. Вон у них усадьба была. Пошли через усадьбу сразу. Домик. О! Надо было что-то мне надеть хоть. О, какая рябина красивая. А, вытыхнем потом. Да, усадьба. Что, по окраине пройдем? Смотри, у них там вид такой. Тоже деревня стояла наверху, на холме. Цветы. Где цветы? О, там туда, медведи, по-моему, в лесу, слышала? Вон там какой-то. Помню, что-то ползает, блин, как бы клещей не нахватать. Ладно, пойдем. А вон тропинка-то, смотри. Мишки, походу, ходят. Смотри, вот такие штуки есть. Что? Уа, они летают, и их хрен убьешь, все. Нет, они не кусаются, но не ползают по шее, неприятно. Идем до кедров. Такой домик. Что, залезем сейчас в него, да? Я давно был в нем когда-то. Лет 5 назад, наверное, мы проезжали. Он еще не обваленный стоял. А потом, все, это последний житель тут жил. Идем. Тут постоянно все заросшее. Новогодние елочки. Что-то шишек-то не видно нифига. Или все опали уже? Все, а может их и не было. Кто? Красивая. Смотри, они в каком-то пуху все. Рябина уже созрела почти вся. Где? Не, это уже трава ложится. Осень. У нас, ребята, знаете, какое число? Хрен, но 23 августа. Жара стоит. Вот я хочу на те поля съездить. Вот туда вниз. Кедр. Сейчас посмотрим. Да я эту камеру включу. Под кедры мы зашли. Юль, есть ли шишки? Есть, но маленькие, смотри. О, смотри, здесь кладоискатели шурфили. Я думаю, что туда тут шурф был. Да ладно. Серьезный, да? Это
перерыли. Все перерыли. Они кедр хотели вырыть. Вот, смотри. Это белочка. Не, полная орехов она. Кто-то очистил. Но она тут пыталась. Вот они, орешки. Вон шишки. Фу, пустая какая-то. Так, может, что-нибудь найдем? Между прочим, нынче шуршили-то. А что под кедрами шуршить? Они хотели выкопать ее. Кедры обычно, под кедрами обычно в конце усадьбы садили. Чё? Вот они, два, да, кедра. Может, больше было, но засохли. Кирпичей вон выкапывали, смотри, старинная. Может быть, тут дом был раньше? Вряд ли под кедрами будет дом. А может, какой-нибудь. Ну, что это было? Кирпичи-то нашли где-то? Да что было, склад какой-нибудь был. Опять по мне эти жужелицы ползают. Что-то шишек-то есть, но все уже их, смотри. Их кто-то все раз съел. Конечно. Белочки их покусали. Так что сезон у нас шишек прошел. Да, здесь что-то какое-то, что-то было. Яма. Яма какая-то. Ну ладно, у нас дома с тобой шишки есть. С того раза еще. Правда, там у меня много просят их. Приходят гостей тоже, каждый по две, по три шишечки берет. Скоро самому ничего не останется. Они почему-то раскрыты, да? Смотри, интересно. Да, это то ли белки, то ли фиг знает, то ли клесты их. Птицы-то вряд ли. А кто? Ну, смотри, они... У нас еще-то жители лесные, бурундуки. Вон они, все раскрыты, шишки, смотри, все в орехах. Пустые. Блин, вот они что, не съедены. Он знаешь, что сделал? Вот этот зверь раскрыл шишку, увидел, что они пустые орехи, и бросил их. Вот эти орехи, вон, смотри, сколько начищено. Видишь? Орешков. Угу. И не съедены они, потому что пустые. Попробовал, выплюнул. А которая хорошая, забрал. Я думаю, белка это, наверное. Хотя на земле чистили-то. Может, бурундук какой. Интересно, интересно. В общем, кедров нам, ребята, не видать сегодня. Пошли дом обследуем. Да полезем на поля. Вау, вот такие кедры. Ну, где-то они дрищевские здесь. Плохо сохранившиеся. Все в орешках. Засыхают. Засыхают, да. Были шишки. Вон, смотри, опять шишки. Здоровые даже были. Которые можно было съедены, которые не съедены. Не, а я все шел, специально смотрел. Если наверху ничего нету. Все уже. Пошли к дому. С какой стороны? А что, так же выйдем, а потом в дом зайдем. По траве-то не полезем. Тут тропинка уже натоптана. Нормально. Нынче шишки что-то рано созрели. Из-за сухости, наверное, отпали. Лето жаркое. Муравейничек. Кто-то наступил. Опять это жужелица. Жужелица, да. Они и по мне ползают. Потом я их с тебя сниму. Они обычно в шею залазят. Я да не тут пошла, где мы-то там шли, не здесь вроде. Так, так, так. Там кладбищенский лес я вижу. Почему там кладбищенский лес? А вон он на пригорке, там какая-то, видишь, как будто, ой, где? Где? Вон, холм-то. И почему это? Так-то не, у них вон кладбище, вот здесь. Между прочим, там старинные склепы стоят. Пойдем искать. Нет, люди рассказывали. И там говорили, знаешь, как местные вот из Шевцова, старожилы рассказывали, что ночью вот этот лес весь светится, заря над ним. Здесь нем... Возможно. Здесь раньше были эти пленные немцы, дороги строили да всякую ерунду, потом их расстреливали, и кто умирал, складывали туда, в леса в эти. Ну, там на кладбище их хранили. Немецкое кладбище отдельное есть.
Сейчас, наверное, уже не найти. Уже в 80-х годах еле кресты были различимы немецкого кладбища. Это старожилы наши рассказывали. Сейчас мы в домик, ребята, залезем. Что ты хочешь отсюда? Ну пойдем напрямую тогда, что? Раз отсюда, его все равно обходить на с той стороны вход. Я думаю, аж первый. Да, я на голове GoPro включу. Тут как бы в колодец. Юлечка, не провалиться нам с тобой. Да, поэтому я стараюсь. Так. А, у них вход-то с той стороны. Ой. Ой-ой-ой, уже опасности нас подстерегают. Вот эта дверь, знаешь, для чего? Здесь телега с сеном завозили. Сеновал был. И разгружались. Всегда подходили. С этой стороны. Но я не знаю, нам не залезти, наверное. Пойдем посмотрим. О, смотри, тут такие камни лежат. Хотя там куда лезть? Там все завалим. Пошли. Там нам не обойти. Пойдем, обойдем с той стороны. Так. Да, я поснимаю с этой камерой. Вот здесь сено завозилось. Древний домик-то. Блин, по крапиве-то мы с тобой полезли. Смотри, даже старая разметка осталась бревен. Где? Вон, это как складывать потом. Раньше топором наносилось все. Так, если я в колодец упаду, ты меня тащи обратно. Тут обшиву с дома снял уже. Че? Упала? Или крапива обжарилась? Земля-то ничего, огородики походу были. Так, крапива, аккуратней. Я тебе сейчас... Ого, я обжарился. Смотри, что-то лежит. Посуда древняя. Да. О, амфора. Давай посмотрим, что там. О, такой тут хаос. Давай я первый пойду. Что-то я весь живот изжарил. Окошечко. О, смотри, тут даже это есть. Посуда от уксуса. Печка даже внутри есть. Пойдем зайдем. Тебя еще не обжарило? Так, ее тут проблематично вывести, тут дорог-то нету. Дом был обшит. Тут что-то вставлялось. О, я живот даже обжарил. О как. На мху все сидит. Сейчас жгута ложат. Раньше мох. Так, что тут еще интересно? Смотри, палисадник есть. Нам лучше его обойти, конечно. Домик-то. Скворечник остался. Сейчас обойдем. Обойдем. Не знаю, зайдем ли мы в дом-то. Но попробуем. Где-то был вход, если его не завалило весь. А можно через окно залезть, да? Точно. Давай. Смотри, какие тут развалины. Назад вот этот еще пристрой весь стоял, да. Мы по нему ползали даже. Дом был такой, еще можно было жить. О, я упал. Заложу. Ой, я от самовара штуку нашел, прикинь. Хе-хе, вот это антиквар. Смотри, на самовар ставили. От самовара нашли штуку. Чинька на самовар ставили. Юлечка. А на чем ты пересаживаешь? На шишках, как обычно. Не упади только тут, аккуратненько. О, картина, разверни-ка, Юль, что за картина? Не, не это, внизу. А, так это зеркало, наверное? А, наверное. Разбитое.
Отвернули, потому что, чтобы нечистая сила тут не видно было. Да, это зеркало. Не поворачивай его, нельзя, хозяин может выйти. Дух хозяина. О, домик-то такой был. Так, давай эту трубу-то от самовара положим. Тут шуршить можно, да? Печка, печка глиняная, не кирпичная. Это нехорошо. Дом, значит, был бедняцкий. Хотя, может, так и делали. Палати. Думаешь, я отсюда сомневаюсь. Зато лепнина везде. Ты аккуратно ходи, не упади. Вот это последний дом. Смотри, ясли там ребенка вкачали. Ясли подвесивались, так тинь-тинь. Да, качали на этом ясельки. В майне обычно в этой. Золото тоже прятали на чердаках. Ну тут еще жили. О, смотри, тут такое, иди сюда. Здесь так дует. Вставай сюда. Вот сюда встань. Прикольно так. Что? Чувствуешь? Кондиционер какой. Я говорю, так прохладно. Смотри, потолки-то какие шикарные. Ну, лепнина все. Значит, дом был богатенький. Какой-то Буратино жил. Тут, конечно, шурфануть бы. Весь пол разобрать. И подполье вскрыть. Сверху-то что? Ничего интересного. Не найдем мы, наверное, с тобой. Журналы, перина, венок. Здесь вон иконы на этом углу стояли. Это эти ритуальные цветы валяются. Думаешь? А че? Одежда. Такое его закосило, видно, дом-то туда ушел, здорово. Ну еще ничего, смотри, даже потолки целые. Хотя он бежит, шифера нету. Еще штукатурка и печка. Ого, столик такой интересный. Печка, вот ее отсюда топили. Так, ничего нам на голову здесь не упадет? Нет, не должно. Вот там, наверное, смотри, она ее дотопить даже можно. Она еще вполне рабочая. Интересно, она деревом была отделана. А здесь, смотри, в подвал спускались за печкой. Ну, стандартные у нас вот так в домах и делали везде. По деревням я езжу. С той стороны на палате, а здесь спускаются в подвал. Пол сейчас провалился, подвал здесь был маленький, он видно. Конечно, эти досочки это все бы убрать. Основание не кирпичное, а на сваях на каких-то. А она такая, видишь, и кирпичи, печка-то, да, и мазанка, замазана глиной. Кто выбивал золото, уже искал, наверное. Да, там подвальчик. А там что, он провалился? Вместе с полом, все. Хотя тут как-то странно. Что? Да, я говорю, подвал-то такой условный. Хотя, может, где-то вот там было вырыто одно место под картошку и все. Может, яма. Может, яма. Смотри, оп. Разделочная досочка. Солоница даже есть. Да, как хозяина покинули, так и все. Интересно, здесь палати были. А там, что, все обвалилось. Туда уже там хлева были. Смотри, это диван. Соломина еще. Тахта, нет солома. Вот здесь просто. Ага. Вот такой, ребята, домик интересный. Что там интересного? Ой. Не знаю, на спуска, может. Чего? Ну, либо что-то инструмент, наверное, хранили. Не знаю, что тут делать. Здесь ограда, сени. Вот какие-то штучки вязальные. Может быть, хранили какие-нибудь явства. Ну, здесь у них такой пристрой был. О, это я знаю, для чего штучка. Знаешь, для чего? Шкуры кроликов натягивали и сушили. У меня дед этим занимался.
Вот такая рогатина. Растягивали. Здесь голова была, и так шкуру растянут. Облудят, и все. Древняя штучка. Опасность здесь. Вот, а тут. Чей туфля? Туфли белые, лаковые. Тебя мечтала. Забирай, забирай. Обер есть. Ручечки такие интересные. Интересно. Чё? Ну тут все провалилось, да? Видишь, как раз мой размер. Как раз твоя. Интересно. Да. Ну да, хлева там вон стояли, видно. Все упало. Эх, золота нету, не видно. О, смотри, как короб. Короб берестяной. Из бересты. О, это сундук. О, ребята, вот это антиквар. Берестяной короб, вот как раньше были, еще, да, замок кованый. Дна только нету, а все из коры сделано березовой. Вот это вещь. Отлично. Ну, смотри, связано все. Вот это раньше умельцы были. Из берестяной коры все делали. Это какая-то от лошади. Хомутик, походу. Дверь тоже, смотри, все кованая. Петличечки-то. Давай, я за вами. Сейчас полетаем, посмотрим, что тут есть. Есть ли тут где походить за домом? Чтобы нам по траве-то с тобой не ползать. Сейчас все с квадрокоптера увидим. Окошечки это летом открывали, чтобы вентиляция, да. Не, чтобы проветрился подвал. Из-за этого. Да. Вон он, подвал, там и углы выбиты все. Хотя здесь еще не разграблено ничего. Если прибраться, можно шурфить смело. О, такая майна тут, что-то отпала откуда-то. А, это палати. Вот они здесь шли, да, палати вторые. Доски были вставлены, тут уже куча детишек. Раньше семьи большие были. Че, вылазим? Сейчас я там. У отца Мувара эта вещь, конечно, прикольная. Я что-то зацепился за что-то. Ага, уже зацепился. Дай мне руку. Ничего, что я тут. Че ты? Принять тебя? Дай попью. Он так прохладненько, да? Угу. А, такой этот наличник на окна. Рылись тоже тут. Только везде рылись, даже вон здесь. Углы. Углы вон даже выбиты. Каменные. Угу. Кирпичи старые. Пошли. Сейчас полетаем сначала. Посмотрим, где тут. Где тут что есть. С вершины. Хрен. Редьки не сладше, говорят. Ты напрямую сразу же идешь. Я уже полная башенки набрала. А что ты, вытряхай пока. У тебя что-то это... Все там, да. Полные штаны семечек. Так, сейчас я подготовлю квадрокоптер. И мы с тобой... Взлетим здесь. Фух, я что-то весь в семечках тоже. За домом вот я тут полетать хочу. Потому что там не пробраться из-за травы постоянно. Смотрим. Так. Так. Что, взлетаем? Точка 2 перезабита. Система к взлету готова.
Взлетаем. Поймаешь его? Стой. Итак, мы сейчас попробуем так объехать за домом и уехать туда с металлоискателями. Там пробегусь, песочек видел. Посмотрим, что из этого получится. Вроде ям там сильных нету. О, поворот что-то включен от копателей.
посмотрим, что из этого получится. Сейчас там объедем, заедем там. Думаю, в колодец не попадем. Все, у них усадьбы шли. Хрен растет. Сейчас я здесь пробегусь. Где-то он там у нас там, да? Сиди пока. Яма на яме здесь. Деревня большая была. Туда шла. Вон там кедр уже упавший сгнил. А у меня находочка. Находочка. Так, где-то здесь была. Потерял уже. Секунду, пинпоинтер. А, во, вижу. Во-во-во. Думаю. О, какая красота. Сейчас ее почищу и покажу. Ляпота. Жара стоит, как обычно. Но есть плюс в жаре в своем. Трава не растет. Где трава раньше была много, сейчас ее мало. Все выгорел. Чистил его немного. Вот такой древняя вещица. Берем. Выпала какая-то приспособа. Непонятно, что такое. Что-то чертить. Кирпичи тут. Траки там я два видел выкопанные. Теперь ясно. Ось от телеги выпала. О, такая с резьбой. Кованая. Хорошая железяка. Но брать некуда. А так вещь. О, какая. Опачки. 2 копейки. 50-й год. Камеру-то я не взял с собой. Там у Юльки. 2 копейки, Юлька. Пробежался я тут 10 минут. Кружочек сделал небольшой. Трава большая. Монета есть. Так, давай это приближу, да. Переверни. 2 копейки 50-го года цепанул. Но ходить, Юлька, вообще невозможно. Очень-очень высокая трава. Тут надо по весне, когда ничего нету, то монеты-то будут попадаться. А сейчас не, попробовали, ладно. Пойдет. Да? Красота. Вот такие дела на сегодня. Прогулялись неплохо. Ну так мы катаемся. Жарко, рыбачить-то невозможно, конечно.
Но мне надо было эти поля посмотреть. Полетали чуть-чуть. Первый раз мы батарею высадили, забыл включить камеру на квадрокоптере. Второй раз уже, думаю, быстренько мы тут засняли. Материалу много ушло. Ладно. Спасибо, кто смотрел, кто не подписан на канал. Подписывайтесь, ставьте грозные лайки, пишите комментарии. А мы будем снимать и радовать вас новыми видео. Всем пока, удачи, увидимся.